Накануне жители Канавинского района утвердили концепцию благоустройства сквера «Канавинский». Обсуждения прошли в школе номер 121. Среди основных пожеланий нижегородцев – замена покрытия тротуаров, светильников, озеленения, установка лавочек и урн, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, сооружение беговых и велодорожек. Благоустраивать территорию вдоль Московского шоссе будут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Готовые эскизы должны представить уже в марте, после чего в администрации города выберут подрядчика. Работы планируют начать весной этого года. Мы делаем зону памп-трека. Это то есть, где на велосипедах можно кататься, на роликах, на скейтах. Также там тоже есть зоны для фигурного вождения велосипедов. Вот, также реконструкция фонтана. Увеличиваем количество зон тихого отдыха. То есть располагаем там скамеечки, разные там формы в разных местах. Вот, собственно говоря. И также еще делаем зону выгула собак там вдалеке. В стране, чтобы ничего не мешалось.